Мы, сеть оружейных магазинов «Охота», приехали сегодня вас поздравить и поприветствовать. Вы такие молодые, спортивные, красивые. Я смотрю, что, конечно, вот среди вас есть в шлеме это маленький молодой человек. Тоже девочка, да? Это здорово, девчонки. Ну, это просто гордость для нашей области смотреть на таких классных спортивных девушек, которые представляют одну из самых редких, наверное, и таких элитных направлений. Это конный спортивный спорт. Поэтому мои самые теплые и лучшие пожелания. Вы сегодня все победители, безусловно, несмотря на ваши места. Даже кто не занял первого места, не расстраиваться и двигаться вперед и тренироваться. Мы привезли вам классные подарки. Это денежные сертификаты от сети «Охота», где вы сможете в любом из магазинов «Охота» обменять это на то, чтобы вам хотелось приобрести или оставить для себя на память от нас. И, конечно же, дисконтные карты. Поэтому приглашаю для того, чтобы получить подарки.